энергетиками компании «Россети» Московский регион в охранной зоне линии электропередач, находящихся на 26-м километре Каширского шоссе, зафиксировано грубейшее нарушение правил, несоответствующее расположение торговых точек. При выявлении вот таких вот нарушений мы выезжаем на место, мы фиксируем, обращаемся в соответствующие органы и, соответственно, после уведомления собственника о том, что он не в том праве, вот, предпринимаем какие-то дальнейшие действия. На территории рынка поднят грунт для строительства торговых и складских помещений, в результате чего уменьшены габариты высоковольтной линии до 2,5 метров вместо 6. Тут габарит уменьшен до минимального размера. То есть даже проходя под этим проводом обычный большегрузный транспорт высотой более 3-3,5 метра может попасть под напряжение 35 тысяч вольт, что может негативно сказаться на здоровье и жизни водителя и людей, которые находятся вокруг. В октябре прошлого года предприниматель Дмитрий Тимофеев на территории комплекса открыл продуктовый магазин. Близкое расположение проводов его не смущает. Говорит, вреда это не принесет. Нет, ничего не опасно. Это высотные строения, опасно строить под линии, под ЛЭП. А низкоэтажные строения, ничем это не опасно. Другие владельцы торговых точек также не задумываются об опасном расположении линий электропередач. Мы в безопасности, у нас есть охрана, администрация, и считаешь? На них надеемся, что все будет хорошо, конечно. Ну, был ЧП, но это, наверное, наше недоглядение продавцов и арендаторов. Если собственник комплекса не устранит проблему и не уберет торговые объекты с охранных зон, то зафиксированные нарушения будут переданы в суд для дальнейшего решения вопроса. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ.